красивый такой. Сегодня мы вам, это нам подарила подписчица наша. Привет, ребята! Да, нам подарила подписчица подарочки для Николь. Она давно нас смотрит, и она живет в Италии. Написала нам сообщение. Мы с ней встретились, и Никольке она подарила такой пакет с подарочками. Да. Спасибо, Юля, да? Юля, ну ее тут в Италии Джулия называют. Потому что наша Юля в Италии Джулия. Ну что, как Джульетта, да? Ну что, давай откроем, посмотрим, что она подарила Никольке. Пеппа Пиг! Ух, ничего себе! Ух ты, там что, замок, Николь? Да! А ну покажи! Ой, а что это такое? Это замок есть, и даже, даже есть это. А что там, открой, что там в середине, в коробке? Бабу! Ух тышка! Блестящие. Ничего себе, тут они так блестят. Прикольно. Какие прикольные, Николь. Как настоящие, они и есть настоящие, Николь. Какие прикольные. И это замок, да? Пеппа принцесса. А у нас есть, видишь, и паровозик из этой коллекции есть. И вон с драконом у нас есть, и с лошадкой, и Пеппа, и Джордж. Да. И теперь будет замок. Не будет только хватать вот этого вот большого дракона. Большого семейства и Пеппа в карете. А так, да. Ничего себе, прям нашу коллекцию в твою. А это что такое, Николь, что? В пакетике? А это на стекло. А, это на в машину, тоже с Пеппой. Чтобы это... солнышко не светило, да? А ну как, давай его откроем, посмотрим, какое оно. Нет, там одна большая. Ух тышка, покажи. Там папа, мама, Джордж и Пеппа. Хрю-хрю, классное какое. Клевое, но такое большое. Да, наверное, будет это для Скарлетт, а не для тебя, да? Чтобы солнышко не светило. А я хочу еще мне. Ну ты же любишь у нас в окошко смотреть. Да, скажет, все время светит солнышко. Николь, а давай сейчас померяем вот эти вот ботиночки, давай? Давай. Давай, доставай. Сейчас будем. Давай, начнем. Доставай. Какие они прикольные, такие блестящие, ничего вот себе. Вот здесь Пеппа. И там Пеппа нарисована. А ну покажи, поверни, там Пеппа. А ну стой-ка, Пеппа. Вот такие они супер-пупер блестящие с Пеппой. Пеппа, а с этой стороны? А с этой замочек. И все, Пеппа. Ничего себе. Да. Все от Пеппы у тебя. Да. Ну и давай. Замок и стена. Да, давай будем мерить. Какие классные ботинки у тебя, да? Такие прикольные. Они прям под этот сарафанчик подходят. Топ-топ-топ. А ну, боком встань, посмотрим. Классные какие. Клевые, модные, да, Николь? И задом. Классные. Да, Пеппа там нарисована. Ну все, ты будешь ходить модная в садик, да? Да. Классно. И качельки катать. И на качель будешь ходить. Да, и даже там и собаки, даже и классно. Да, да. Там есть Милуна и Анжелька. Да, у тебя есть подружки. Ну что, будем всем говорить пока и спасибо? Да. Подписывайся на мой канал, чтобы не ставить лайки. Пишите комментарии. Всем пока и спасибо за подарок. Спасибо.
спасибо, Джулия, за подарочки. Нам очень-очень приятно. Они да. все нам очень понравились. Николь обожает Пеп. И мы да. тоже. Да? Да. Классно. Прям угадала с подарками я нам. Всех обожаю. Да. Спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока.